Итоги работы депутатов Гордумы Петропавловска 5-го созыва подвел на встрече с активом местного отделения Союза пенсионеров «Северо-Восток» ее председатель Сергей Смирнов. Он рассказал собравшимся о принятых нормативных актах и о том, как они повлияют на жизнь горожан. Кроме того, Смирнов ответил на интересующие жителей вопросы, взяв отдельные на контроль. Также он предоставил участникам пакет документов, в которых содержались ответы на вопросы, волновавшие горожан на предыдущей встрече. Напомним, она проходила 7 июля текущего года, также в штабе Союза на улице Дальневосточная. Тогда жителей Северо-Востока интересовали возможности улучшения жизнедеятельности микрорайона. В частности, внесение изменений в маршрутную сеть и интервал движения автобусов, расположение на территории микрорайона дополнительного почтового отделения и фельдшерского пункта, а также увеличение количества мест для проведения досуга детей и создания клубов по интересам. Сергей Смирнов совместно с депутатами обратились для получения информации в профильные ведомства администрации Петропавловска и в течение месяца подготовили ответы на основные вопросы, которые и были предоставлены участникам встречи. Все уполномоченные органы на ваши вопросы дали ответ. Какой-то понравится, какой-то не понравится. Два варианта всех этих сборных ответов у Игоря Юрьевича. Спокойно обсудите. Что не понравится, повторно будем двигать. Добро? Добро. Всех вам благ. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram.